Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Lista SP50. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне сбросить настройки приложений. Мы сбросим их настройки, но сами данные приложений никак повреждены не будут. То есть будут сброшены настройки уведомлений, если они как-то сбились и вам не приходят уведомления от каких-то приложений. Если в каких-то приложениях выскакивают какие-то ошибки, какие-то баги, проблемы, то есть неважно что, или вы не можете настроить разрешение приложений, то, сбросив настройки приложений до параметров по умолчанию, вы, соответственно, восстановите все к самому началу. Делается это следующим образом. Нам нужно зайти в настройки, и в настройках выбираем приложения и уведомления. Нажимаем здесь, после чего нам, если не ошибаюсь, нужно нажать о приложении. Дальше в правом верхнем углу три точки и сбросить предпочтение. Дальше нам говорят, что будут сброшены следующие настройки: отключенные приложения, отключенные уведомления от приложений, запуск приложений по умолчанию, ограничение фоновой передачи данных и ограничение разрешений. Данные приложения не будут повреждены никаким образом. Нажимаем «Сбросить». После чего это вообще не занимает никакого времени, и настройки приложения, всех приложений, точнее, были сброшены. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!